Девушка по вызову лишила 60-летнего новокузнечанина удовольствия и 300 тысяч рублей. В Международный женский день в Новокузнецке жестоко обманули 60-летнего горожанина. Он нашел в интернете сайт с проститутками, позвонил понравившейся путане и перевел ей деньги, но так и не получил желаемого. Потерпевший неоднократно снимал денежные средства с кредитной карты и переводил на указанный счет, поскольку всякий раз, по словам собеседницы, платеж не проходил по техническим причинам, сказали в Кузбасском ГУ МВД. Когда сумма дошла до 300 тысяч рублей, мужчина понял, что его обманули, и пожаловался в полицию. Стражи порядка возбудили дело о мошенничестве, аферистке грозит до 5 лет колонии. Пока не сообщается, вернули деньги пенсионеру или нет, но, видимо, он надолго теперь забудет об удовольствии.